Привет, мои хорошие, слушайте, хочу записать для вас такое видео отдельно. Короче, я бродя по Ютубу, интернету, нашла, так называется, китайская практика омоложения лица. В общем, это как можно гимнастика лица, практика лица. Очень быстрая и очень простая. А я такой человек ленивый сам по себе, по своей натуре. Что вот эти вот все гимнастики, стоять там, кривляться перед зеркалом, и кривляться — это полезная вещь, наверное, но я вечно забываю, я не нахожу время, и вообще я считаю, что любая практика гимнастики, она должна приносить как минимум удовольствие, тогда ты это будешь делать, то есть тебе должен быть напряг, тебе должно нравиться, тогда это входит в твою жизнь, и ты это делаешь. Ну, наверное, так, да, тут даже дело не в лени как таковой у меня, а если мне это понравилось, например, какое-то действие, я буду. А если это мне вот, ну, как-то заставить дискомфорт, к этому надо долго готовиться, к этому надо там что-то, какие-то специальные действия делать, да, ну, которые не входят в повседневную жизнь, то у меня это отпадает. И для меня чем проще, тем лучше. Вот. И, в общем, я увидела эту практику. Мне очень понравилось, мне очень само понравилось ощущение этой практики. Мне понравилось действие, мне понравилось, что занимает немного времени. Мне понравилось, что это можно делать в любом месте, да, ну, главное, чтобы лицо было очищено, грубо говоря. То есть на кровати, с утра, перед зеркалом, в общем, как угодно. Быстро, просто. Хочу вам это рассказать, если честно. В общем, в чем смысл? Вам нужна очищенная кожа, но я сейчас вот как раз после душа, такая с утра у меня. Я делала сейчас маску, такая у меня маска была, кстати, в Алоке, она золотая, я показывала. Маску. То есть, и вам нужно, чтобы было немножко либо крема, либо какого-то лосьона на лице, то есть чуть-чуть для скольжения. Чистые руки, вот есть глагольца, потому что делается все руками и в основном тыльной стороной ладони. Вот, значит, что первое, главное сейчас я вот тут стою, думаю, блин, запомнила ли я все. Ну, я хочу просто показать, может быть, вы тоже возьмете себе это. Я не скажу, что я делаю это, может быть, 3-4 раз, но мне нравится ощущение. Это с утра, ну как вот эту лимфу погонять, да, вот эти все вещи. Вот это поступки, мне понятно это все, да, но вот мне понравилось. В общем, смысл в чем? Первое действие — нужно разгладить лоб. Это тыльной стороной, руки. Вы делаете сначала первую, вот так вот, значит, разглаживаете. Не сильно нажимаете, вы просто немножечко гладите, 30 раз, вот так. Я вам показываю, не буду с вами по 30 раз делать. Вот, значит, сначала одну сторону лба, половинку, вот так вот, ну вот, проглаживайте 30 раз. Потом вторую, тоже 30 раз, вот так. То есть не сильно нажимать. Я не знаю, насколько с точки зрения там косметологов или кого-то, правильно, неправильно, но мне так понравилось, то есть я не вижу здесь ничего такого, то есть не надо прям тянуть кожу, то есть вы как бы, ну, даже можно побыстрее, если с вами разговаривать, так делаю, в общем, тут, ну, сделали 30 раз, потом идут у вас носогубки. Носогубки вот так вы делаете, тоже 30 раз разглаживаете. Вот. У меня сейчас немножко будет покраснение кожи, я чувствительная, я вам сразу говорила об этом давно. Так, это носогубки. Дальше у вас идет глаза. Глаза — очень нежная кожа, все, поэтому очень аккуратно делаем. Тоже 30 раз в одну сторону. Вот так вот. 30 раз в другую сторону. Ну тоже. Сами считайте, я не буду сейчас вам считать чисто. Вот. Так, дальше вспоминаю, что еще. Сейчас вспомню. Дальше. Надо сильнее прорабатывать, прям вот можно потереть, там такая кожа. Сначала одну половинку губ. Ну, 30 раз, да, считаете, потом вторую. Прям массируете, они наливаются там красной, становятся, наливаются кровью, кровь пошла. В общем, немножечко здесь. Потом у вас идут по 30 раз вот здесь вот выводите. Так. Ну и вторую тоже точно так же. По 30 раз. Блин, она очень приятная, такая быстро не напрягающая. Вот эта практика. Китайская еще хорошо. Не, практика китайская — это точно хорошо. Так. Наглаживание китайского педагога.
дальше. Вот эти вот, еще это расслабляет мышцы. Соответственно, теперь давайте сначала подбородок. Вот так. Мало лица там будет улучшать. Ну, я не знаю уж, такими действиями можно ли уменьшить. Но то, что вы заставляете, расслабляете мышцы, а мышцы, это я уже с своим косметологом разговаривала, когда слышали, я стала с косметологом уже тогда. Она говорит, у нас очень часто именно из-за зажатия мышц вот здесь вот зажимаются с возрастом. Она как бы живет, чтобы замалчивать все это напряжение. Ну, так она. Вот. Из-за этого вот эти все морщинки появляются, все вот это. Ну, в общем, делаем 30 раз. Дальше. Вот эти жевательные мышцы, они находятся около уха, вот так вот складываем две ладони и тоже вот так вот поглаживаем 30 раз с одной стороны, 30 раз с другой стороны. Ну, понимаете, да, вот эти вот мышцы. То есть вы их как бы размягчаете, разогреваете, и это все расслабляется. Ну, короче, вы считаете. Дальше. Уши, ушные мышцы, вот так надо сделать два пальца, и между ними вот так ухо впихиваете, и начинаете сзади и спереди вот так вот тоже их массировать. Ой, вот это вообще не очень нравится. Прям, знаете, правда, и головная там же сзади вот эта тоже мышца. Мне вот прям нравится. Вот это вот тоже 30 раз. Так, дальше мышцы шеи. Вот здесь никогда вот здесь не делайте массаж. Находится щитовидная железа, и я еще когда беременная была, мой гинеколог мне говорит. Гинеколог мой мне тогда сказал, здесь вот вообще лучше ничего не трогать. Соответственно, только сбоку. 30 раз с этой стороны, 30 раз с этой стороны. То есть, ну, в любом случае, хуже-то не будет, кровообращение запускается. И уже внутренней стороны ладони, вот задние мышцы, вы берете двумя руками тоже вот так вот прорабатываете. Тоже 30 раз. Ну понятно, что для вас это должно быть комфортное ощущение, там надавленность разная, да, у всех свое. Вот. И, соответственно, тоже 30 раз. Вот такая китайская практика, да, согласитесь, ничего сложного. Ну, то есть, правильно вначале говорить, что нужно чистое лицо, чистые руки, немножко капельку. Чего-то, чтобы, ну, лучше скользило, но немного. Потому что все равно должно быть соприкосновение. То есть, если вы будете по супержирному водить, оно особо и не будет просто елозить, да, по поверхности слоя. Вам все-таки нужно разогнать. Ничего сложного, главное запомнить для меня ход действия было. Вот. 30 раз, это не 155 подходов по 100 раз. Просто занимает 5 минут. Но мне кажется, с утра особенно, немножечко разогнать лимфу, кровоток, немножко расслабить лицо. Мне кажется, это помогает. Я, по крайней мере, это верю. Вот, так что вот такая вот практика, я вам показываю. Показала, вернее, уже, не знаю.